Здорово, чувачки, с вами Заспай. Сегодня 17-й день открытия капсулы с наклеечкой «Корона». Пока она мне, собственно, сама и не выпадет. Вот она, замечательная золотая короночка. Привет. Может быть, сегодня уже мы ее схватим за ее лысый череп. Ну, а также я сегодня хочу открыть 20 кейсов, решающий момент, в которых находятся просто мои самые-самые-самые-самые... Мои самые-самые любимые перчатки. И также они самые дорогие. Перчаточки Vice, Порог, розовенькие такие, с стоимостью более 1 миллиона рублей, версии прямо от завода. Этот кейс, я считаю, что его можно смело переименовать в кейс Джекпот, потому что ничего из пушек здесь просто, ну, не стоит денег. Типа даже статрековская розовая пушечка максимально, вот Юспик прямо от завода, статрек прямо от завода, просто вдумайтесь, какой шанс на это, статрек прямо от завода. Так еще и роза, так еще и Юсп, 2000 рублей, да? Если сетрек МП7 падает прямо за 1000 рублей, эмочка 8000, ну типа, эмка плюс-минус, ну пойдет. Все остальное, ну, вообще ни рубля не стоит. Окей, 20 попыток, в надежде только на золотой предметик. У меня ни разу в жизни не падал золотой предмет. Может быть, сегодня уже получится увидеть этот золотой шарик. Рыба-лев, Негив. Здравствуйте. С первого. Немного поношенный, окей. Кейс решающего момента очень сильно забустился в цене. После выхода Revolution 40 рублей стоит кейс, плюс ключ 180. Примерно тратим 220 рублей. СГшка Алоха. Понял, здравствуйте. После полевых испытаний первая синька. Окей, третий кейс. Ну тут только на золотой предмет нужно надеяться. Больше я не знаю, типа, что я хочу здесь. М-ку я не хочу, МП7 тем более не хочу. И так его часто в крафтах вижу. П2000. Окей, let's go, четвертый кейсик. Ну давай, пожалуйста. Какой-нибудь золотой предметик бы. Самые, можно, дешевые перчатки. Главное, факт того, что я их выбил. Револьвер. Окей, пятый кейсик у нас на очереди. 1/4 мы уже с вами открыли. К сожалению, без золотого предмета. Может быть, сейчас нам выпадет эти перчаточки? Нет, это МП9. Окей, синька. Блин, до кейса решающего момента вообще больше никаких не было, где можно было достать перчаточки Vice. Сейчас вот Revolution вышел, и в нем можно походиться тоже на эти. Но Revolution пока что стоит 200 рублей, так что альтернатива его с кейсом решающего момента. Открываем его, короче. Опа, эмочка пролетела. Первая тайна, let's go. Аук пролетел. СГшка. СГшка Алоха, я понял. Ага, одно фиолетовое и все остальное синичка. Может, хотя бы розовое там, ну чисто по приколу. Оно что-то вообще ничего не стоит, по 100 рублей. А, даже так ты байтишь. Даже так ты байтишь просто. Окей, я тебя услышал. Let's go. Next. Давай что-то вкусненькое. Ну, пожалуйста, что-нибудь вкусненькое. Или что-то редкий фото, там какой-то топ-1 мира, эмочку нонуар. Нет, этот П2000. Городская опасность. Сколько мы синек уже скушали с вами? Мы скушали с вами 8 синек, 1 фиолочка. 10-й кейс, ровно половина кейсиков уже просто улетели. Без какого-либо намека на хороший дроп. Опа, дикая шестерка. Оно, сюда. Вот только что, вот стоило мне заговорить, что ничего не падает. И как тебе просто с неба, Буц? Давай. Вкусненький ножик. Через 3-2. Кайсева, ну блин. Как будто вот вообще шансов нет. Прямо завода, кстати, найс. Ни одного статрека. На секундочку, прошу заметить. Окей. Это максимально грустно. Хотя бы тайная давай. Хотя бы МП7 эту. Нет, это револьвер. Получается, 2 фиолетовых пушечки мы всего лишь вытащили. Так грустно. Ну это реально, типа, тут даже на пушки не стоит надеяться. Они все вообще копейки стоят. Опять Кайсева. Опять прямо золото, кстати. Окей. Остается 6 кейсиков. Может быть, из них... Ну, есть же шанс. Ну, из каждого кейса есть шанс вытащить золотой предмет. Нужно верить до последнего. Все, в авиках. Там дальше тоже авик был. Выпадает МП9. А, вот сейчас у нас только 6 кейсов остается. Давайте последний и постом откроем. Бутс. Арктический волк. Хорошечно. Немного поношенный. Окей. Давайте начнем с кейса. Let's go. Давай, вкусность какую-нибудь. Аук. Окей, F7. Let's go, next. Золотой предмет. Студию. На счет раз, два. Ты такой крутой, просто. Ну, даже этот авик за 100 рублей не хочет выдавать. Три пушки, ой, три кейсика у нас остается. Давай, орел.
Тайна хотя бы, или хотя бы розовый, ну порадуй, хоть как-то. Опять этот F7 у нас преследует. Три подряд F7 нам падает, капец. Два кейса остается, шансов все меньше и меньше, конечно же. Максимально грустно, из 20 кейсов 3 фиолки достать всего лишь, офигеть. И одной розовой, 5 синенькой. Я не знаю, у меня уже просто крыша едет. Отправляем. Ну блин, что за бред? Последний кейсик, может быть с него перчаточки? Нет, это... Боже, 3 фиолетовых за 20 кейсов. Все, официально самый невезучий человек в мире, здравствуйте. Рыба-лев, дикая шестерка и арктический волк. Юмпик. Да. Печально. Окей. Сейчас у вас на очереди ключик от капсулы 2. Блин. Наклеечка короны. Может, ты за эти 20 кейсиков как-нибудь сейчас расплатишься? Не, не хочешь. Так, чисто. Разочек выпадешь мне. Я обратно на черный кейсик перейду. 1, 2, 3. Снова два костря улетают. Капсула забустилась дико. Ой, боже. Я не знаю. Я не знаю, как просто пилить интересный контент, когда падает вот такая синька одна. Типа, что это? Ну ладно, ничего страшного, мы все равно завтра. Еще у нас попыточки будут, ничего страшненького. Всех хочу поздравить. Прекрасный пол с 8 марта. Счастья, здоровья. Также хочу напомнить, что в моем телеграм-канале проходит розыгрыш вот этого новенького каша «Выстрел в голову». Условия максимально просты. Блин, итоги очень скоро. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Заспа. Всем пока.